Монологи литературных героев звучали сегодня в библиотеке имени Пушкина. Там прошел городской конкурс чтецов. И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней, и целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней. Ребята читали отрывки из произведений мировой литературы 18-21 веков. Ученица 19-й школы Полина Рыжкова выбрала драму современника Олега Багаева «Марина Поля». Он спрашивает, тут что, тоже война с Фрицем была? Я ему, да вроде того, кто съехал, кто умер. Сима, Прасковья и я втроем здесь доживали, пока я не померла. Это был монолог Маши. Выбрала я его, потому что это произведение очень проникновенное, и оно берет за душу любого человека, я считаю. Я считаю, что это очень хорошо развивает дикцию и словарный запас. К сожалению, Полина не заняла призового места, но сорвала овации. Примечательно, что в конкурсе участвовали только десятиклассники. Чтецов было 14. Десятиклассники – это, да, аудитория, которая именно для этого конкурса подойдет. Они уже достаточно взрослые, уже есть литературный опыт, опыт прочувствования многих литературных произведений, в том числе классических. Выступления ребят оценивали народные артисты России, преподаватели гимназии, сотрудники библиотеки. По итогам конкурса победителем стала ученица 14-й гимназии Алина Коновалова.